Люди старшего поколения прекрасно знают, что такое стоять в очередях. К счастью, в современном мире это понятие уходит в прошлое. Для удобства граждан создан электронный портал государственных услуг, с помощью которого можно оформить необходимые документы, заказать выписки и справки или записаться на прием в госучреждение. Какую выгоду получают владельцы автомобилей, зарегистрировавшиеся на портале госуслуг, смотрите в следующем материале выпуска. Межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел номер 5 ГИБДД обслуживает три района – Славянский, Красноармейский и Темрюкский. Людей, желающих зарегистрировать транспортное средство, получить или заменить водительское удостоверение, проверить и оплатить штрафы ГИБДД, здесь всегда много. Если раньше приходилось стоять в очередях, то сейчас наиболее продвинутые граждане заранее записываются на определенный день и удобное время с помощью портала госуслуг. Приходят в назначенный день и буквально в течение 15 минут оформляют все необходимые документы. Оформляю сдачу экзамена, зарегистрировался на портале госуслуг, заняло там буквально 10-15 минут. Пришел сюда к определенному времени, сдал документы, также все быстро. И приступил на сдачу экзамена, сдал экзамен, все, теперь буду получать водительское удостоверение. Запись на прием с помощью портала государственных услуг экономит не только время, но и деньги. Оплата госпошлин через госуслуги выходит на 30% дешевле. На своем компьютере, либо в телефоне, зайти в портал государственных услуг, записаться, как бы уже было сказано, на определенный удобный вам день, время, заполнить в электронном виде заявление и прийти в свое назначенное время. Оплата по госуслугам со скидкой 30% происходит. Соответственно, экономите деньги и свое время. Зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг можно самостоятельно или воспользоваться помощью многофункциональных центров. Анна Монастыренко, Игорь Ванчугов, программа «События».